Особенной популярностью в московских художественных кругах в середине XIX века пользовались вечера, организованные гостеприимной семьей Маковских. Их квартира, что находилась на набережной Москвы-реки, откуда открывается великолепный вид на храмы и башни Кремля, становится центром культурной жизни города. Атмосфера в доме Маковских пронизана любовью к искусству. Именно здесь собираются многочисленные деятели искусства, художники, артисты, музыканты, поэты и писатели. В свое время здесь побывали Глинка, Гоголь, Щепкин, Пушкин, а также выдающиеся русские художники и близкие друзья Егора Ивановича Маковского, Тропинин, Зарянко, Брюлов. Увлечение Егора Ивановича Маковского искусством всецело разделяла его жена Любовь Корнильевна, Корниловна Маковская, урожденная Малингауэр. Дети Егора Ивановича и Любови Корнильевны, сыновья Константин, Николай, Владимир и дочь Александра еще в раннем детстве переняли от родителей любовь к искусству и их таланты. Вместе с детьми Егор Иванович изучал и копировал гравюры, посещал мастерские московских живописцев, обучал своих талантливых отпрысков азам рисования с натуры. Первым на путь служения искусству вступил старший сын Егора Ивановича Константин. Еще ребенком сопровождал он отца во время его многочисленных прогулок по Москве. То они зайдут в небольшой магазин на Тверской, владелец которого итальянец Джузеппе Артари всегда был рад предложить Маковскому вновь поступившие экспонаты из-за границы, то остановятся в парке, чтобы понаблюдать за неторопливой вороной, то пройдутся по торговым рядам, где обилие народа и разнообразные товары поражали воображение восприимчивого мальчика. Всегда отец повторял: «Любуйся и запоминай». Он заставлял сына зарисовывать все увиденное в карманный альбомчик. Листы альбома заполнялись первыми, еще робкими набросками уличных сценок, портретами незнакомых людей. На протяжении всего творческого и жизненного пути Константин Маковский не забывал первых наставлений отца. Уже на склоне лет, будучи широко известным и признанным мастером, Константин Егорович писал: «Тем, что из меня вышло, я считаю обязанным себя не академии, не профессионалам, а исключительно моему отцу». Помимо Егора Ивановича, активное участие в формировании Константина как живописца принял давний и преданный друг семьи Маковских Тропинин. Знаменитый живописец стал первым учеником художника. Он с отеческой заботой развивает способности Константина к живописи, требует больше писать с натуры и одобряет интерес юного художника к портретному жанру. Позднее, когда Константин достиг определенного мастерства и уверенности, что позволило ему продолжить обучение живописи вне дома, у Тропинина появляется другой, не менее одаренный ученик Владимир Маковский. Пока Владимир еще только осваивает новые приемы рисования, его старший брат Константин уже вполне уверенно работает кистью. Когда Константину исполняется 12 лет, родители определяют его в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Уже имея художественный опыт, он учится с легкостью и успехом, чем, несомненно, радует своих преподавателей Скотти, Мокрицкого и Зарянко. Художник с энтузиазмом выполняет все задания, снимает копии из полотен Тропинина, Щедрина, пишет много этюдов, среди которых «Бани у каменного моста на берегу Москвы-реки», создает портрет отца. Немного позднее, в 1861 году, в училище живописи, ваяния и зодчества поступает и Владимир. Его непосредственными учителями были опытные педагоги Сорокин и Зарянко. Профессора училища существенно повлияли на формирование художественного стиля Константина Егоровича. С одной стороны, они, бывшие ученики и почитатели творчества Брюлова, акцентировали внимание юного Кости на колорите.
В то же время Зарянко, последователь Венецианова, требовал точного воспроизведения деталей. Благодаря наставлениям Тропинина, Константин Маковский сумел выбрать для себя все самое ценное из советов преподавателей. Вскоре имя Константина Маковского начинает упоминаться в художественных кругах Москвы. Профессионализм и уверенное владение кистью отличают его от других молодых художников. В один из дней 1858 года Егор Иванович подозвал к себе сына, уже выпускника училища, и сказал ему: «А поезжай-ка ты, Костенька, в Санкт-Петербург». Так, следуя воле отца, Константин оказывается в городе на Неве, где поступает в натурный класс Петербургской академии художеств. С этого момента пути Константина и Владимира расходятся. В будущем их, а также среднего брата Николая, ненадолго сблизит учеба в Академии художеств и участие в организации товарищества передвижников. Но в целом их жизненные и творческие принципы были настолько разными, что сблизить родных братьев не могли даже родственные связи. Их разделяло не просто расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга, а глубокая пропасть отчуждения. Хорошая подготовка Константина Маковского позволяет ему в год поступления в Академию художеств получить сразу 2 серебряные медали за рисунок. Спустя год ему вручается большая серебряная медаль за этюд. Привыкший в училище к реалистичности и самостоятельности в восприятии натуры, Маковский с осторожностью относится к советам академических профессоров, придерживающихся во всем классических канонов построения композиции. Однако это не мешает Константину Маковскому представить на выставке Академии художеств в 1860 году картину «Исцеление слепых Христом после изгнания торгующих из храма», выполненную в полном соответствии с академическими канонами. Спустя год из-под кисти живописца выходит полотно «Харон перевозит души через реку Стикс». Эту работу во время своего визита в Петербург случайно увидел знаменитый французский писатель и поэт, страстный любитель путешествий, создатель приключенческого романа «Капитан Фракас» Теофил Готье и восхищенный творением Маковского признался художнику: «Я в большом восторге от вашего Харона и предсказываю вам, что вы пойдете значительно дальше тех счастливцев, что получили медали из серебра и золота». Случилось так, что медали, присужденные за это произведение, Маковский так и не получил по причине слишком юного для наград возраста живописца. Еще через год, в 1862 году, неутомимый Константин Маковский представляет в качестве отчетной работы красочное историческое полотно. Агенты Дмитрия Самозванца убивают сына Бориса Годунова. Картина сразу же получает одобрительные отзывы и приносит автору малую золотую медаль. Константин Маковский не мыслит своей жизни без живописи и посвящает ей все свое свободное время. Даже в часы досуга художник продолжает творить. Он много пишет с натуры, акцентируя особое внимание на портретах.
Еще 16 лет, увлеченный портретной живописью, Константин с удовольствием пишет портреты родных и друзей, среди которых особенно примечательны изображения детей и женщин. Общественное признание Константина Маковского как талантливого портретиста приходит к нему после создания портрета графа Муравьева-Амурского. По словам живописца и искусствоведа начала XX века Грабаря, Константин Егорович сразу становится не только любимым, но и единственным портретистом русской аристократии. В то же время в художественных кругах, отдавая дань таланту, ему пророчат славу Брюлова и Тропинина. В 1870 году из-под его кисти появляется портрет знаменитого оперного певца первого исполнительной роли Ивана Сусанина, опера «Жизнь за царя» Осипа Афанасьевича Петрова. Этот портрет один из самых лучших портретов русской школы, как по необыкновенному сходству, так и по блестящему колориту своему, пишет восхищенный современник. В художественных кругах портрет единогласно признается одной из лучших работ, исполненных в традициях реализма. Он изображал образ нового человека. В течение своего долгого творческого пути Константин Егорович создал серию портретов людей искусства, науки, с которыми был очень близок. В разное время им были написаны портреты Тургенева, Островского, Глинки, Григоровича, путешественника Миклуха Маклая, историка Костомарова и других. Помимо этого, Маковский в своем творчестве не обходит стороной и актуальные для его времени темы. Прежде всего, это судьба петербургского простонародья. В своих полных реализма картинах 1860-х годов художник очень трогательно изображает сценки из жизни чиновников, мастеровых, слуг, нищих. Среди них две девушки с письмом, маленький сапожник с девочкой, странствующий музыкант во дворе, маленькие шарманщики у забора, барин, садящийся в карету, и его лакей, и многие другие. Академия художеств не могла спокойно воспринимать возрастающий интерес своих учеников к обличительному направлению в живописи. Все больше и больше молодых художников Академии, в числе которых был и Константин Маковский, удалялось от классических канонов искусства, проповедуемых в стенах Академии художеств. Их умы занимала судьба маленького человека. Советом Академии художеств было принято решение предложить будущим конкурсантам на большую золотую медаль, в том числе и Маковскому, писать картину на общую для всех программу из скандинавского мифологического эпоса, а не выбирать тему самостоятельно. Данное решение совета вызвало негодование молодых живописцев и породило знаменитый бунт 14. Последствием этого бунта стал добровольный уход из Академии художеств 14 выпускников, среди которых был и Маковский. Так, в 1863 году, получив звание классного художника второй степени, Константин Егорович покидает стены Академии и продолжает свой творческий путь в петербургской артели художников, возглавляемой Крамским. Артель представляет собой своего рода союз художников, объединившихся для совместного творчества.
Позднее об учрежденном им объединении Крамской с горечью писал: «Состав артели был случайный, конкуренты не все были людьми убеждения. Вскоре большинство членов артели покинули ее и вернулись в Академию художеств». Константин Маковский также недолго примыкал к движению Крамского. Сомнения в успехе артели, а также возможность работать самостоятельно, во благо себе, все это побудило Константина Егоровича покинуть объединение художников. Позднее Маковский откровенно признавался: «Я недолго находился в артели, мне не нужно было». Я снял мастерскую на Дворцовой площади, занялся портретами, и сразу дело пошло. Я всегда был одиночкой, один работал. Надо отметить, что уход из Академии художеств положительно сказался на творчестве Константина Егоровича. В 1860-х и 1870-х годах художником был создан ряд картин бытового жанра, а именно «Бедные дети», «Наставление матери», «Не по силам ноша», «Странник с кухаркой», «Катание на салазках», «Помещица», «Селедочница» и другие, выразительные и глубоко национальные по своему содержанию. В поисках нового материала для своих жанровых работ Константин Егорович предпринял путешествие по России. Он побывал в Тамбовской, Саратовской, Тверской губерниях, долго жил на Украине. Для живописи Маковского в этот период характерно использование мрачных, серых, землистых тонов, что лишь подчеркивает эмоциональную окрашенность картин. По манере письма она близка к творчеству брата художника Владимира Маковского. Все свои произведения Константин Егорович регулярно представлял на выставках, организованных Академией художеств, и всякий раз его полотна привлекают внимание многочисленных зрителей. В свою очередь, Петербургская Академия художеств также отмечает достижения талантливого живописца. В 1867 году художнику удостаивается звание академика за картины «Бедные дети», «Селедочница». А уже спустя 2 года за работу «Балаганы на Адмиралтейской площади» Константин Егорович получает звание профессора. Картина интересна свежестью сюжета, мастерски подобранной композицией, великолепно выполненной техникой письма. Живописец умело привел к единому золотисто-коричневому тону яркие детали пейзажа и одежды, что позволило ему живо и правдиво передать атмосферу зимнего петербургского вечера. Весь Петербург гуляет и улыбается на морозе при розовых отблесках зимнего солнца. Так отзывается о картине тогдашний критик искусств Стасов, считавший ее одной из лучших работ Константина Егоровича. Молва о ней быстро распространялась повсюду, и вскоре о полотне говорили уже не только в России, но и в Европе. В 1872 году картина «Балаганы на Адмиралтейской площади», представленная на Всемирной выставке в Лондоне, была с восторгом принята публикой. Активную творческую жизнь Константин Егорович в это время совмещает с участием в общественной жизни. В 1870 году Константин Маковский, а вместе с ним его младшие братья Николай и Владимир, помогают в организации товарищества передвижных художественных выставок. Константин Егорович щедро вкладывает в товарищество личные средства, деятельно помогает в разработке будущего устава, всецело поддерживает взгляды на искусство Перова, Крамского, Мясоедова. Товарищество объединило в себе лучших художников России, чья деятельность была построена на осознании своего долга перед народом и направлена в массы с целью культурного просвещения и духовного обогащения людей.
Товарищество объединило в себе лучших художников России, чья деятельность была построена на осознании своего долга перед народом и направлена в массы с целью культурного просвещения и духовного обогащения людей. В 1871 году состоялась долгожданная первая выставка товарищества передвижников, с успехом прошедшая в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России. Реалистичное, приближенное к жизни трудового народа искусство художников-передвижников проникло в сердца многочисленных посетителей выставки. Временами из-за многочисленных поездок по российской провинции и за границей Константин Маковский отстраняется от дел товарищества. Он часто бывает в Европе, но современное западное искусство не впечатляет художника, оставляет его равнодушным. В 1875 году Константин Егорович, красивый молодой блондин, уже прославленный, уже богач, вместе со своей молодой женой Юлией Павловной Литковой отправляется в Париж. Юлия Павловна была второй женой художника. Она прожила долгую жизнь, всецело посвятив ее горячо любимому мужу, не оставляя его ни в момент славы, ни во время трудных периодов его жизни. Первый брак художника был счастливым, но семейной идиллии молодой четы не суждено было долго продлиться. Через 4 года Елена Тимофеевна Лебедева, жена Маковского, хрупкая, болезненная женщина, умирает вскоре после рождения сына. К сожалению, о ней сохранилось очень мало сведений. В одних источниках говорится, что она была актрисой Александрийского театра. По другим данным, она была незаурядной художницей, и именно ей композитор Бородин посвятил один из своих романсов. Вторая жена, ангел неизреченной красоты, стала для Маковского идеалом женской прелести. Художник с воодушевлением писал портреты Юлии Павловны. Любовно переносил ее образ на свои полотна как исторического, так и бытового жанра, окружая ее детьми, цветами, гобеленами. Первый ее портрет, красочный и выразительный живописец, создал во время пребывания во Франции, в Ницце. Классический овал лица обрамляют вьющиеся локоны. Огромные карие глаза гармонично сочетаются с небольшим ртом. Воистину и божество, и вдохновение. Пожалуй, самый лучший портрет горячо любимой жены был написан Маковским в 1881 году, когда Юлия Павловна появилась в мастерской мужа впервые после долгого перерыва, вызванного тяжелыми родами. Маковский, очарованный ее красотой, сразу же взялся за работу. Кисть порхала по холсту, краски смешивались, словно сами собой, мазки ложились где надо, вспоминал впоследствии ее сын. И вот портрет готов. Молодая женщина в темно-красном бархатном пальто изображена с книгой в руках. Каштановые волосы перехвачены голубой лентой. Глаза излучают счастье. Картина изначально была подарена сыну Сергею, позднее знаменитому писателю, редактору известного журнала «Аполлону», талантливому художественному критику. Сергей Константинович, в свою очередь, покидая Петербург в 1917 году, подарил ее Русскому музею, где она хранится и поныне. С Юлией Литковой художник познакомился в одном из столичных балов в морском корпусе и сразу же без памяти в нее влюбился. Да и кого могла оставить равнодушным ослепительная красота юной, ей шел 16-й год, очаровательной, талантливой и прекрасно образованной Юлии Литковой. Уже на следующий день после бала, переполненный чувствами, Маковский отправляется в дом Гржевузским, где временно остановилась его влюбленная. Литкова была родом из Москвы. В Санкт-Петербург она приехала, чтобы поступить в консерваторию.
Ответный визит Константину Егоровичу не замедлил себя ждать. Живописец устроил незабываемый веселый музыкальный вечер. Когда наступила пора ужина, Маковский уже был не в силах сдержать свои чувства. Полной решимостью он подошел к Юлии Павловне, взял ее под руку и громко провозгласил: «Вот и отлично, будьте у меня хозяйкой». Состоялась их помолвка. Влюбленные не могли быть вдали друг от друга ни дня. Но Рядкова вынуждена была покинуть Санкт-Петербург и вернуться домой. Узнав об этом, Константин Егорович отправляется за своей любимой и оказывается в ее доме прямо в сочельник. Дружная, большая, веселая семья Рядковых очаровала живописца. В свою очередь, сам он статный, крепкий, утонченный и полный энергии, также понравился ее родным. Единственное, что несколько смущало близких Юлии Павловны, так это возраст ее избранника – 36 лет. Родители считали, что Константин Егорович Маковский несколько стариковат для Илюши. Но Константин Егорович был непреклонен в своих чувствах и немедленно делал предложение Рядковой. Свадьбу решено сыграть, как только молодой невесте исполнится 16 лет. Год спустя, в 1876 году, молодая чета возвращается в Россию. В их семье прибавление. В Париже родился их первый ребенок, дочь Елена, которая впоследствии пошла по стопам отца, посвятив себя искусству. Сперва Елена обучалась живописи у Репина, а затем совершенствовала свое мастерство в Мюнхене. Юлия Павловна всецело отдается заботам о семье, доме, отказавшись от желания стать певицей. Жена художника сама занималась воспитанием детей, несмотря на многочисленных гувернанток и учителей. В 1870-х годах Константин Егорович в поисках новых впечатлений отправляется в Египет. Он едет к верховьям Нила, подолгу бродит среди пирамид, напоминающих о былом величии страны. Однако древности не так волнуют душу художника, как обыденная жизнь народа, его культура, особенности быта и поведения. Художник словно пытается раскрыть загадочную душу египтянина. Маковского привлекает многолюдная и оживленная столица Египта Каир. Стремясь воплотить на холсте все увиденное, Константин Маковский много и плодотворно работает. Появляется замечательная серия картин и этюдов, которые, выделяясь своей новизной красочностью и мастерством исполнения, становятся в один ряд с работами талантливых художников – Поленова, Верещагина. Прежде всего, это такие произведения, как «Каирский нищий», «Египетский продавец мелочей», «Дворик дервишей в Каире», а также и другие. Среди работ египетского цикла более всего выделяется полотно «Перенесение священного ковра из Мекки в Каир». Здесь во всем великолепии представлена пышная религиозная процессия, выполненная художником с этнографической точностью. В Каире вечный праздник. Без стука колес по немощным улицам несется разноцветная толпа, оглашая воздух разнообразными криками. То торговец выкрикивает название своего товара, то арабская свадьба с цимбалами и однострунными скрипками торжественно проходит по улицам, то слепой сказочник бьет барабан, объявляя начало нового рассказа. Так вдохновенно передавал Константин Егорович свои впечатления о Каире младшему брату Николаю. Рассказ его был настолько эмоционален и удивителен, что сразу поразил воображение Николая Егоровича. И тот, не раздумывая, отправляется в Египет, чтобы самому лично испытать те переживания, которыми Константин наполнил свое повествование об этой загадочной стране с ее удивительной многовековой историей. Воскрешая в памяти все детали, рассказанные старшим братом, Николай невольно повторяет маршрут его путешествия. Кроме Египта, Константин Егорович ненадолго останавливается в Сербии и Болгарии. Итогом посещения этих стран является картина «Болгарские мученицы».
своего рода повествование художника о болгарском народном восстании против турок. Это полное страдание полотно, отражавшее лишь один крошечный эпизод из волнующей эпопеи, сразу признали одним из лучших произведений Маковского. Несомненно, боль, горечь, отчаяние молодых болгарских девушек, воплощенные в картине, не могут оставить зрителя равнодушным ни тогда, ни теперь. Великий мастер живописи Репин положительно отзывается о художнике. По-своему, этот человек был всегда мне симпатичен, как натура очень цельная, как большой мастер своего дела, уже достаточно оцененный своей страной. И как будто подтверждая слова Репина, Константин Егорович продолжает создавать все новые и новые произведения. С 1879 по 1883 год художник принимает участие во всех выставках товарищества передвижников. Там впервые он представляет свою картину «Алексеич». В этой работе художник достиг истинного мастерства в передаче душевного мира простого человека. Успех Маковского возрастает день ото дня. Картина его необычайно популярна и раскупается с невероятной скоростью как в России, так и за рубежом. Быть приглашенным в гости к Константину Егоровичу – это огромная честь. А уж если сам живописец почтит кого-то своим визитом – это невиданная радость. Будучи уже в преклонном возрасте, известный пейзажист Клевер, знавший Константина Егоровича лично, писал: «Маковский вообще был душой общества, как среди нас, художников, так и в великосветских кругах, даже среди денежных тузов. Он нигде никогда не терялся, всегда приковывал к себе внимание незаурядной внешностью, умным разговором, обаянием таланта крупного художника России». Константин Егорович любил бывать в обществе, и в то же время, как гостеприимный хозяин, с удовольствием принимал гостей в своей просторной квартире на Адмиралтейской набережной. Порой в его доме собирались до 150 человек. Жена Константина Егоровича, Юлия Павловна, во всем поддерживала своего мужа и во многом способствовала созданию в доме атмосферы артистического уюта. Благодаря ей гости, представлявшие собой людей абсолютно разных кругов, от деятелей искусства до представителей родовой знати, чувствовали себя комфортно и раскованно в доме Маковских. В мастерской живописца нередко разыгрывались домашние спектакли, по своему размаху и мастерству исполнения напоминающие настоящие оперные представления. Маковский с искренним воодушевлением организовывал эти небольшие спектакли, показывая редкий художественный вкус и талант. Часто на свои вечера он приглашал знаменитых итальянских артистов, причем иногда сам выступал в качестве певца. Хозяйка дома также принимала участие в импровизированных спектаклях, очаровывая слушателей своим великолепным пением. За роялем довольно часто аккомпанировал Антон Николаевич Рубинштейн. Среди знаменитых гостей семьи Маковских были такие выдающиеся личности, как Брюлов, Айвазовский, Гончаров, Репин, Чайковский, скрипач Лев Ауэр. Становится престижным иметь у себя дома картину работы Константина Маковского. Количество заказов от светских лиц постоянно увеличивается. Для требовательных заказчиков важнее всего внешнее сходство портрета и оригинала, красочность полотна и обилие роскошных аксессуаров. Идя навстречу щедрым заказчикам, исполняя все их требования и прихоти, художник постепенно начинает терять мастерство, создавая порой свои произведения машинально, не вкладывая в работу душу. В погоне за богатством художник становится уже не столь требователен в выборе тем, его творчество уже не принадлежит ему, так как оно создается по велению заказчиков. Сам Константин Егорович без сомнения понимал, какой путь он выбрал, и позднее с иронией вспоминал об этом периоде на своем творческом пути. «Лучшие красавицы наперебой позировали мне.
Я зарабатывал громадные деньги, жил с царственной роскошью и успел написать несметное количество картин, декоративных панно, портретов, этюдов и акварелей. Окрыленный своим триумфом, Маковский стремился к самостоятельности и независимости. В 1883 году он выходит из товарищества передвижников и уже никогда не возвращается в его ряды. Весьма холодно ведет себя художник и по отношению к Академии художеств. Весной 1886 года, спустя год после празднования 25-летнего юбилея художественной деятельности, Константин Егорович устраивает персональную выставку своих работ. «Русалка», «Вакханалия», «Суд Париса», «Демоны Тамара», «Бесчисленные головки». Картины эти отличаются скупостью выразительных средств, надуманностью сюжета и воспринимаются в художественных кругах довольно холодно. Передвижники, особенно Крамской, видят в Маковском отступника от реалистической живописи, призванной служить народу. В своей оценке манеры живописи Маковского Крамской отмечает способность художника подбирать цвета как букет, что, несомненно, внешне эффектно, но в то же время, вопреки богатству колористической гаммы, ставит его на низкую ступень, так как произведения Константина Егоровича лишены психологической выразительности. Определяя особенности колорита Маковского, критик Чуйко лишь подчеркивает слова Крамского. Необыкновенно сильный, блестящий колорит. Вот качество Маковского, которое всеми признано. Но необходимо добавить, что этот колорит слишком цветист, слишком внешне эффектен и не всегда передает действительность. Константину Егоровичу Маковскому недостает чувства меры. Временами, словно вырываясь из трясины светских заказов, Константин Егорович создает значительные полотна. В период 1880-1890-х годов художник особенно много работает над историческими полотнами, возрождая атмосферу боярской Руси 17 века, отличающуюся обильными пирами, пышными свадьбами, гуляниями. Стремясь как можно глубже понять особенности уклада Руси этого времени, художник тщательно изучает быт, обстановку, традиции тех лет. Свои исследования Маковский проводит не только перечитывая исторические книги и посещая музеи. Он с жаром приобретает повсюду антикварные вещи, желая полностью погрузиться в обстановку 17 века. Вскоре мастерская художника превращается в музей старинных костюмов и предметов быта. По словам сына Константина Егоровича Сергея, отец собирал отечественную старину по преимуществу сарафаны, душегрейки, кокошники, разобранные жемчужным плетением, ювелирные изделия с алмазами и стекляшками на разноцветной фольге, серьги, пуговицы, опахала, чарки, блюда, подносы, хрусталь, фарфор, подсвечники, бра и шкатулки, ларцы и кружева. Обрывками старинных материй были набиты тяжелые комоды. Когда после смерти живописца его вдова организовала распродажу многочисленной коллекции, состоящей из 1100 предметов, то лишь к концу пятого дня аукциона ей удалось завершить распродажу рабочего материала мужа. В 1883 году Маковский представляет картину «Боярский свадебный пир в 17 веке». Произведение это не остается незамеченным. Выставленное в Санкт-Петербурге, Москве, Париже, полотно получает положительные отзывы, а в 1885 году на Всемирной выставке в Антверпене ему присуждается почетная награда. Позднее картина была назначена на продажу и после успешной сделки увезена в Америку. В России копия этого полотна, выпущенная приложением к журналу «Нива», пользовалась огромной популярностью и помещалась на самое видное место в домах чиновников и мещан. В прессе писали, что, смотря на эту картину, словно переносишься в быт наших предков не в том, а в отрадном его проявлении. С
Следующая работа «Выбор невесты царем Алексеем Михайловичем» принесли не меньше успех живописцу. Яркие красочные сцены свадебного торжества, наполненные весельем и светом, не оставляли равнодушными зрителями. Маковскому и самому нравится эта тема, поэтому в своем творчестве 1890-х годов он к ней неоднократно обращается. «Под венец», «Русская свадьба», «Игра в жмурки» и другие. В 1889 году на Всемирной выставке в Париже Константин Егорович представляет выразительную, полную драматизма картину «Смерть Ивана Грозного». В этой работе запечатлены финальные сцены из одноименной трагедии Толстого. Здесь художник передает драматизм момента не с помощью глубоких психологических характеристик персонажа, а благодаря внешнему оформлению полотна, прорисовке деталей интерьера. Маковский несколько приукрашивает реальные исторические события, однако умелое расположение фигуры деталей интерьера производит выигрышное впечатление. За эту картину на парижской выставке Маковский удостаивается золотой медали первого класса. Картина «Смерть Ивана Грозного» – не единственная работа Константина Егоровича, связанная с творчеством Толстого. По роману писателя «Князь Серебряный» художник пишет полотно «Поцелуйный обряд», в основе сюжета которого сцена ревности старого боярина Морозова к юной красивой жене. Старинный русский обычай, передан Маковским, очень красочно. Несмотря на бесспорный успех работы Константина Егоровича в области исторической живописи, публика пребывала в ожидании чего-то иного, более серьезного и масштабного и зрелищного. На многочисленные вопросы о главной картине, которая будет являть собой кульминацию исторического жанра, Маковский отвечал: «Все некогда, но знаете, меня давно ждет Минин». Озадаченные и в то же время заинтригованные собеседники недоумевали, о чем идет речь. Лишь в 1896 году, когда на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде появился холст «Минин на Нижегородской площади», официально картина называлась так «Минин на площади Нижнего Новгорода, призывающий народ к пожертвованию», все поняли, о чем говорил художник. Огромное полотно площадью 42 квадратных метра было выставлено в отдельном павильоне и поражало достоверностью передачи эмоций людей, объединенных общим патриотическим порывом. Решение написать это полотно у Константина Егоровича возникло при появлении грандиозной исторической картины Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», на создание которой у живописца ушло 30 долгих лет. Невероятным жизнелюбием, энергией наполнено полотно Репина. Сравнивая свои работы с этой картиной большого мастера, Маковский ясно осознает, насколько он отдалился от истинного искусства. Художник в отчаянии. Постоянные мысли о его роли в искусстве, об упадке таланта не дают ему покоя. В поисках темы для написания будущего полотна Константин Егорович обращается за помощью к украинскому историку Яворницкому, который в свое время консультировал Репина. Как только Репин узнал о просьбе Маковского, он не замедлил написать Яворницкому колкое письмо. «Вы дайте ему красочную тему. Красочность в живописи для него выше всего. И нужно сказать, что тайну сочетания красок он постиг, как никто из нас. Но дальше этого вы не ищите у него ничего. Ни стона страдальца, ни жгучих болей души, ни вопли отчаяния, ни отважной борьбы за волю с насильниками». Именно в этот переломный момент, момент душевного смятения, Маковский обращается к забытой теме народного движения начала 17 века и его бесстрашному вождю Минину. Будучи уже в довольно преклонном возрасте, Маковский пишет это колоссальное полотно с невероятным юношеским порывом. Не покладая рук, не чувствуя усталости, работает он над этой картиной. Берет консультации известных историков и культуроведов, проводит собственное археологическое исследование. Перечитывает книги, описывающие события тех времен. Делает много эскизов и этюдов, стремясь добиться реальности в воспроизведении даже малозаметных деталей.
Некоторое время Маковский работал над полотном за границей, в Париже. О том, как создавалась картина, известно по воспоминаниям московского художника, жившего в то время в Париже, Шестопалова. Маковский пригласил меня к себе с просьбой попозировать ему для Минина. Я согласился и поехал в его мастерскую в Сен-Жерменском лесу близ Парижа, которая была куплена у Верещагина в 1893 году. Маковский писал необычайно быстро, мастеровито. Я позировал несколько раз на солнце в позе молодого юноши, поднимавшего ларец для пожертвований на войско. Кроме того, с меня был написан еще «Стоящий человек в толпе». Долго ли Маковский писал картину, я не помню. Знаю лишь, что завершил ее в своей петербургской мастерской на Каменноостровском проспекте. Интересно, что многократное копирование внешнего облика одной и той же модели в разных персонажах полотна было типичным для данного произведения. Вероятно, Константину Егоровичу, пребывавшему вдали от родины, было трудно подобрать себе натурщиков с русскими чертами лица. Особенно сильно художник повторяется при написании женских и детских образов, вглядевшись в которые, нетрудно заметить, что отличия между ними лишь в позах и одежде. Картина выделяется красочной, мастерски выполненной прорисовкой даже мельчайших, казалось бы, незначительных деталей. Множество вещей, предметов, драгоценностей, которые так любил изображать Константин Егорович, в большом количестве присутствуют в картине. Но здесь они гармонично вписываются в общий сюжет полотна, не отвлекают внимание зрителя, а наоборот, таят в себе определенный смысл. Художник достоверно воспроизводит старинную деревянную церковь, стоявшую когда-то в Нижнем Посаде, величественный Нижегородский Кремль и необразимые Волжские просторы. Весь пейзаж словно оживает от бурлящего потока народной массы, в центре которого выделяется высокая фигура Кузьмы Минина. Он обращается к жителям Нижнего Новгорода с просьбой пожертвовать средства на ополчение, призванное освободить Русь от иноземных захватчиков. Всюду на горе около Минина толпа, волнующаяся, крикливая, охваченная огнем своей задачи. Толпа Маковского глубоко народна. Это именно весь нижегородский люд старого времени собрался отстаивать Москву. Весь Нижний встал на ноги и рычит, и мечется силой ужасной, готовый все сломить с плеча, писал в своей рецензии молодой Максим Горький. Картина Константина Маковского настолько потрясла его, что писатель долго не мог оторвать от нее взгляда. Работа кажется спешной, точно художник против своего обыкновения на этот раз позабыл отделать детали. Но присматриваешься, и первое впечатление совершенно стушевывается. На полотне выступают яркие живые пятна, и когда, наконец, снова сольешь их в одно целое, картина уже не та, которую увидел в первый момент. Это живая вещь, крупный исторический жанр, интересный и очень красивый, хорошая картина. Быть может, она несколько тускла, а зато в ней жизни много. Так отзывался писатель об этом полотне. В 1897 году картина была представлена на выставке в Санкт-Петербурге. Публика весьма холодно и настороженно приняла эту работу Маковского. Сенсации, которую ожидал Константин Егорович, не произошло. Одна из причин неудачи, как очень точно подметил Чуйко, в том, что обилие женского и дамского элемента так значительно и до такой степени бросается в глаза, что все остальные картины, несмотря на свои большие размеры, отступают на второй план. Вскоре произведение художника было передано в дар Нижнему Новгороду, где его поместили в большой зал городской думы. После создания картины «Минин на Нижегородской площади» Константин Егорович отходит от исторического жанра. В России всегда существовала традиция возведения божьих храмов и часовен в память о чудесном избавлении от опасности высочайших особ. В 1880-1892 годах по проекту архитектора Чагина и на средства известного чаепромышленника купца первой гильдии Кузнецова в Крыму
недалеко от поселка Форос, возводится церковь Воскресения Христова в память о спасении императора Александра III и его семьи во время крушения поезда, в котором они возвращались из Крыма в Санкт-Петербург. Отказавшись от росписи Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, Константин Григорьевич вместе с художником Корзухиным и академиком живописи Сверчковым расписывает интерьер храма. В 1890-е годы семейная жизнь Маковского претерпевает серьезные изменения. В то время как Юлия Павловна, страдающая серьезной болезнью легких, вместе с детьми лечится на заграничных курортах, у ее мужа появилось новое страстное увлечение – некая молодая особа. В 1892 году Константин Егорович решает подвести черту в своих отношениях с женой. После длительного разговора с Юлией Павловной художник прощается с детьми и уходит из семьи. Конечно, Маковский не оставляет часто болевшую Юлию Павловну и своих детей без средств к существованию. Всячески поддерживает их. В 1893 году новая возлюбленная живописца становится его третьей женой. Лишь через 12 лет суждено было Константину Егоровичу вновь увидеться с Юлией Павловной в Париже. Они помирились. Некогда обожаемая супруга простила Маковскому все его прегрешения. Во время встречи художник с грустью вспоминал прошлое и все жаловался на судьбу, да на невозможную жену. В 1910 году Константин Маковский отмечает 50-летний юбилей своей творческой деятельности. Художник прекрасно понимает, что дни его славы остались в прошлом, что его имя постепенно затмевают новые молодые таланты, полные свежих идей. С горечью и сожалением признается он в краткой автобиографии. Нет, я не зарыл своего Богом данного таланта в землю, но и не использовал его в той мере, в какой мог бы. Я слишком любил жизнь, и это мешало мне всецело отдаться искусству. Однако Константин Егорович еще находит в себе силы писать. Невероятная легкость кисти, присущая живописцу в юности, не покинула его до конца жизни. В 1914 году художник создает картину «Постоянная трапеза у Троицы Сергия», где нищее собрание богомолов и странников мирно расселось за длинными столами у стен лавры. С невероятной правдивостью и чувственностью изобразил он здесь уходящий в прошлое, исчезающий быт. К сожалению, в последние годы художник все реже пишет жизненные полотна, предпочитая создавать головки и панно на заказ. Под конец своего жизненного пути Константин Маковский перенес недуг, связанный с расстройством психики и осложненной болезнью мозга. Столь сильно любивший жизнь, развлечения, общения, Константин Егорович потерял вдруг всякое желание жить. Он замкнулся в себе, сильно располнел, впал в состояние глубокой депрессии. Живописец, не раздумывая, порвал все связи с теми, кто восхищался им, с той средой, где так любил проводить время прежде. Смерть художника была неожиданностью для всех. Осенью 1915 года на углу Садовой улицы и Невского проспекта в Санкт-Петербурге коляску Маковского сбил трамвай. Он выпал на улицу и сильно ударился головой о мостовую, что и привело к смерти. Огромное наследие, рассеянное ныне по всему миру, оставил после себя Константин Егорович. Портреты красивых женщин, галерея ученых, артистов, историков, писателей, полководцев России, исторические жанровые картины – все это красочно характеризует время, в которое жил и творил признанный мастер живописи. В
Творчество его до сих пор не изучено и не оценено должным образом. Многие обвиняют его в приукрашивании действительности, в отступничестве от реалистических идей передвижников, в однообразии сюжетов и тем. Но в то же время нельзя отрицать, что произведения художника отличаются особой манерой письма, выразительностью и еще раз подтверждают – Константин Егорович был талантливым живописцем.